Кино, мы едем за бабочкой. Да, я очень волнуюсь. Это наша первая остановка. Мы сейчас на заправке. Может быть, возьмем кофе, может быть, не возьмем и продолжим путь. А кто с нами едет? Я. Она. А еще кто? Я тоже еду за бабочкой. В общем, мы все едем за бабочкой. Тут очень хорошая компания. Я надеюсь, что сегодня будет один из лучших дней в нашей жизни. Их ненавидел весь твиттер. О, блин, слева какие-то мужики вышли. Сейчас, погоди, останавливайся. Ты же знаешь, что я это ни за что не вырежу. Я готов. Ну что, как твои ощущения, Жор? Ощущения замечательно. Мы едем за малышкой, бабочкой. Для этого нам нужно топливо. И мы даже не начали заправляться. А, Нино! Мы уже у дома. У меня трясутся ноги. И немножко трясется голос. Блин, ты в расфокусе почему-то стала. Не понимаю. Мне кажется, ты слишком близко меня снимаешь. Прямо сейчас, буквально через считанные несколько минут, Нино зайдет в этот грандиозный особняк. Я не буду его показывать, вдруг люди придут за бубочками. Хорошо, тут производит бубочек. Нино возьмет одну понравившуюся ей уже бубочку. Самую маленькую. Вот так ее схватит и поедет домой. Да. Ну, еще даст кучу денег. Тан-т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 ан-
Три бубочки. Это она. О, нет. Как дела? Смотри, это бубочка. Привет, маленький. Здравствуй. Пока тихая. Она напугана, да? Ну, знаете, было с своими там, а теперь одна стала. Ветеринар, все, и будет вот собака на вас. Так, о, боже мой, я такая счастливая вообще. Сколько немного надо, да, до счастья? Я всю жизнь к этому шла решению, вообще всю жизнь. Привет, да. Маленький. Ой, да, здравствуй. Молодой батя. Завтра, как бы там, я напишу, хорошо? Ну что, Бубочка, привет. Смотри, это снег. Мы едем домой. Спасибо большое. Спасибо. Хорошей дороги. Да. Спасибо. До свидания. Скажи пока. До свидания. До свидания. А, вот это вот. О, боже. Забубенились. Она куда-то ползла. Это Бубочка тайм. Аллилуйя. Бубочка тайм. Давай, сверни в колодец. Поехали домой. Она, да? Наверное, в тебя написает по пути. И накакает. Ничего страшного. Едем домой. Нино, как твои первые 30 минут с Бубочкой? Блин, я супер счастлива. Мне кажется, что ей интересно с нами. Она пока очень спокойно едет. Иногда лижет мне нос. А вот сейчас руки. Она очень спокойно иногда встает. Смотрит, что происходит. Бубочка, посмотри сюда. Вот, мне кажется, что мы нашли общий язык, и мы очень поладили. Вот, смотри. Опять вышло. Ой, покусывает немножко. Ой.
Мне нравится, что она не скулит и не плачет. Говорят, она ночью сегодня будет плакать. Ну, мы посмотрим. От счастья. Я надеюсь, что не будет. Я думаю, что мы ее сейчас утомим. Я действительно думаю, это самая счастливая собака на свете. Что она... И самая счастливая Нинора Сибашвили на свете. Блин, я реально, я очень счастлива. Очень. И довольно сильно счастливый Майкл Наки. Смотри. Оп. Ой. Ушко завернулось. Полезла куда-то. Да, у нее ушко все время заворачивается. Пойдем. Это full-time job. Как заворачивается, так и разворачивается, да? Управлять ушко. А что сейчас видно? Ой, она обнаружила мою огромную сережку. Это ее заинтересовало? Очень. Сейчас будем ее возвращать обратно в кокон. Потому что она очень релактивничалась. А все. А теперь так будет. 15 лет. Очевидно, что ее привлекает еще что-то, что происходит там, и она иногда оборачивается. А сейчас она ползет куда-то в сторону Жоры. Вот он, затаившийся хищник на заднем сиденье. Мамочка, иди сюда. Ну иди сюда. Это кто такая собака? A few moments later. Бубочка едет домой. У нее рыжие усики. Что там? Та-дам! Посмотри туда, Бубочка. Куда? Оплати ее прям. Вот туда. Ну что, маленький, давай. Добро пожаловать домой. Ой. Смотри, что там? Бубочка под ногами майора. Бубик. Вот, смотри. Волнуешься? Ну, не понял. Все, с приездом домой. Большая девочка. Всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайки. Ну, какие мы с ней поставить лайки. Подписывайтесь на Patreon, чтобы у Бубочки всегда было угощение. Наверное, да. Ну что, Бубочка, вроде хорошо получилось. Мне понравилось. Да? Да, ребята?